Теоретическую и психологическую подготовку сегодня проходят бойцы снежных десантов со всей страны в Барнауле. В краевой столице стартовал всероссийский форум, посвященный зимней студенческой акции. Ее участники традиционно в январе отправляются в районы регионов для помощи местным жителям. В форуме участвует около 300 человек из 20 регионов страны. В Барнауле они собрались для обмена опытом и обучения. Упор делают на подготовку командиров и комиссаров. Последние отвечают за творческую жизнь коллектива. Это главные люди в любом отряде, и не случайно всероссийский форум проходит на Алтае. Именно здесь полвека назад появился первый снежный десант. Теперь наш формат студенческой акции перенимают другие регионы. Форум продлится 3 дня. Завтра участники приступят к практике в рамках однодневного снежного десанта в пригороде Барнаула. По словам организаторов, участникам нужно объяснять все до мелочей, так как за 10 дней акции студентам придется побывать и артистами, и кураторами, и волонтерами. Общаются с ветеранами, с достаточно пожилыми людьми. В морозы, там в минус 30 градусов студенты выходят, очищают памятники Великой Отечественной войны. Тем же ветеранам помогают очищать ограду, перетаскивать, колоть дрова, еще какие-то моменты. Ну, это достаточно очень сложно.